Вас вітає служба інформації телерадіокомпанії «Гомель». У студії працює Марина Джалая. Глядіть у гэтым выпуску. Лето, граница, чарга. Праз пункт пропуску «Новая Гута» у выходный день пересекає мяжу больше як 11 тысяч громадян и до 3 тысяч транспортных сродков. Новое життё закинутых будинков. Все лето у регионе праз аукционы реализовано больше як 50 подобных объектов нерухомости. Выходные в городе. Аматорам активного ладу життя на выбор. Велопрогулка, скейт-парк и веровочный городок. А зараз об этом и іншим больше подробязно. Летом на пограничных переходах повеличиваются черги за автомашин. При этом некоторым пассажирам приходится чакать своего часу по несколько годин. Уличивающий высокий пассажиропоток, пограничники раят. Перед выездом на особистом транспорте за мяжу ознайомьтесь с информацией про черги у пунктах пропуску. Ситуация на их не однольковая. Поездку лепш заплановать на будни и по махчимости у объезд Новой Гуты. Ее разликовая пропускная здольность складая 5000 человек. Человек и 1681 транспорту за сутки. Меж тем за передвыходные и выходные дни тут пересекая мяжу больше як 11 тысяч громадян и до 3 тысяч транспортных сродков. Година пик начинается после 15:30, а тому пограничники рают пересекать державную мяжу ранее. Еще одна парада тычется необходимости надавать больше уваги своим документам. При измене прозвища, например, пашпорт действенный только 30 суток, выдаденный день детям 5 годов. Инакш придется не только надолго затриматься на мяжи, але развитаться с марами об отпочинку. Истечение срока действия документа. Люди по своей невнимательности к документу не обращаются, затем захотели выехать за границу, опять же, внимание не обратили, приехали. Тут выясняется, что документ, срок его действия уже истек. Сёлета у регионе про аукционы реализовано 50 объектов нерухомости, якія пэўны час не выкарыстоўваліся. У минулом годе гаспадароўны были каля 150 закинутых будинков. У них з'являюцца новые вытворчасці и гандлёвыя объекты, ствараются рабочие месцы. Дмитрий Котов наведаў Житковичы, где зусім недавно уведенную эксплуатацию буйны объект нерухомости. Ранее у гэтым будинку размещалась аграрная правтехвучилища. После установа изменила прописку, и объект нерухомости певный час находился без господаров. Покуль его праз аукцион за одну базовую величиню не набыл индивидуальный предпринимальник. По умовах за 2,5 года будинок необходимо было привести у парадок. С гэтым бизнесмен справился, и у соковику объект был сдаден у эксплуатацию. Некольки тыдняў тому тут з'явіліся первые арандаторы. Яны открыли магазин мебли и фирмовую краму белорусского предприемства легкой промысловости. Специально для города Житковичи сделали нам брендовую майку с названием «Житковичи». Это придумали наши дизайнеры, приобретают как и для подарков, так и приезжие гости из разных стран приобретают как сувенир. Увесь будинок займає 2000 квадратных метров. Покуль арендаторам отдали пятую частку. Практично полное заполнение чекается до конца жнивня. Тут з'явятся магазины мясной продукции, бытовой и промысловой химии, шерах інших гандлевых кропок. Это те предприятия, те торговые объекты, которые привнесут сюда и будут реализовывать, либо предлагать продукцию, которую наш покупатель в нашем регионе не мог купить здесь. Зараз у двух діючих магазинах створено 10 працовных місцев. З приходом нових арендаторів планується працевлаштувати до 50 чоловік. Задача уладов – реалізувати праз аукціони і інші об'єкти нерухомості. Потенціальних інвесторів може затікають логістична привабність району. Дві республіканські дороги у накірунку України, а так само зручне транспортне злучення з Гомелем і Брестом. Не використовувати даний потенціал – это, ну, нас никто не поймет. Поэтому мы стараемся, исполнительная власть и субъекты хозяйствования, по максимуму извлечь из этого выгоду. Это рабочие места, это объекты, которые надо вовлекать в оборот. И самое важное, после всего этого, это наполнение бюджета района налоговыми поступлениями. Зараз у Житковицком районе не выкарыстовывается 181 объект нерухомости. На ближайшем аукционе, который пройдет 1 жнивня, покупникам будут пропонованы будинок бани у вёсцы Борки и каравульное помешкание у Житковичах. Дмитрий Котов, Сергей Лукашук, телерадиокомпания «Гомель», Житковицкий район.
Выходные областным центры присвятили активному отпочинку. У Гомеле открыли несколько пляцовок, где с корыстью бавить вольный час могут и юные, и дорослые гомельчане. Первый объект, про який пойдет говорка – скейт-парк. Его з'явление скейтеры чекали с початку нулявых. И вот, нарешті, отримали выдатную пляцовку с профессийным обсталяванием. На открытии побывали и наши корреспонденты. Первый у Гомеле скейт-парк разместился на новой набережной раки Сож. На пляцовце помером 8 на 71 метр разместились 6 фигур для катания на скейтборде, роликах и інших пристосованиях. Инициаторами реализации этого проекта стали супрацовники городского центра культуры. Не ездите здесь, не катайтесь, вы шумите, вы мешаете. Больше ребята этого слышать не будут. А именно наши гомельские скейтбордисты. Сегодня происходит открытие площадки, открытие скейт-парка для наших гомельских ребят. Теперь у них есть свое место, где они собираются, репетируют новые трюки для того, чтобы представлять Гомельщину на республиканских и, надеюсь, что международных конкурсах. Ну и, соответственно, просто чтобы собираться, общаться, для того, чтобы жить позитивно. Основные фигуры на пляцовце – фан-бокс, который позволяет выполнять скачки и труки, и скейт-плаза, которая имитует городские перешкоды. А кроме этого, на пляцовце установлены фигуры для выучения базовых труков. Такой спорт, как скейтборд, требует огромного движа изнутри, огромной энергии. И поэтому, безусловно, наибольшее количество участников – это, конечно, молодежь. Но есть и люди старшего возраста. Я думаю, что придя на скейт-площадку, можно будет увидеть как начинающих, так и уже профессиональных скейтбордистов города. Открытие пляцовки и первые спаборництвы собрали на набережные десятки глядачов. У программы «Лепший трюк» на фанбоксе, хиппи-джамп и трамплин. У завершении мероприемства лепшие скейтбордисты Беларуси представили показальную программу, а после дали майстер-класс и отказали на пытание тех, кто упершиню стал на скейт. Александр Лупиненко, Павел Антонов, телерадиокомпания «Гомель». Еще один популярный вид городского отпочинку – вяровочный городок. Первый у Гомеле подобный объект разместился у парку фестивальным. Подвесный мост с бервенья, змейки с дошек, павутина с лины. Усяго 10 перешкод. Вышиня конструкции от 2 до 4 метров. Покуль тут дзейнічае один маршрут для детей и дорослых. У планах открыть еще 3, у тым ліку для самых маленьких наведвальников. Зараз вяровочный городок готовы прымаць детей во узросте прикладно от 8 годов. При этом рост дитяти для самостоятельного проходжения перешкод повинен быть не ниже за 135 сантиметров. Иначе наведывание вяровочного аттракциона проходит у сопровождения инструкторов альбо батьков. Безпеку переодоления усіх перешкод забеспечивает бесперапынная система страховки. Для этого каждый наведывальник вяровочного городка проходит инструктаж и отримливает профессийное обмундирование. До того же на каждом этапе пляцовки працуют организаторы. Яны сочат, консультуют и помогают наведвальникам. Вне зависимости даже от физической подготовки, пока что справлялись все. По-разному, кому-то нужно подумать, кто-то уже гибкий, ловкий и просто быстро пройдет. И вот мама моя тоже была одним из тестеров. Вот, несмотря на то, что пенсионерка, довольно быстро и классно прошла, и молодец, справилась. И нареште еще одна подея выходного дня с присловием «упершиню». У Гомеле прошла первая в этом сезоне велосуббота. Частку автодороги «Усходний обыход» на 4 годины предоставили аматорам велотранспорту. Магчимостью покататься без перешкод по широкой проездной частке скористались несколько десятков гомельчан. До велосипедистов долучились аматоры роликов и самокатов. Велосубботы – добрый вариант семейного отпочинку. Пересели на велосипеды и те, кто сочит за безопасностью под час мероприемства. Хочется с дочерью покататься, ну, на велосипедах, пообщаться. Очень большое движение насыщенное. А здесь как бы мы просто как бы не спортсмены, любители, велосипедисты, но мы можем хорошо проехать, пообщаться, покататься, насладиться вот живописным местом. Как бы большое спасибо организаторам за это. Со своими сотрудниками не только обеспечиваю безопасность движения при проведении данных мероприятий, но также сам принимаю участие в велопрогулке. Мне приносит это огромное удовольствие. Здоровый образ жизни, сейчас это модно. Наступная велосуббота отбудется у Гомеле 19 жнивня.
На гэтым наш выпуск завершаны. Інфармацыйнае вяшчанне телеканала «Беларусь-4» працягне спартыўны агляд з Максімам Савіным. Усяго добрага і да сустрэчы ў эфіры.